Привет! Kingston со своим подбрендом HyperX подняли планку игровых гарнитур на очень высокий уровень, и год за годом ее поднимают еще выше. После прошлогодней Revolver, которая практически стала идеальным решением для геймеров, HyperX выпускает еще одну гарнитуру, которая должна нас поразить студийным многоканальным звуком без потребности установки каких-либо драйверов. Проверим, так ли это на самом деле. HyperX Cloud Revolver S встречает нас идентичной коробкой с прошлогодней моделью. Только теперь внутри нас ждет еще и переходник со встроенным аудиоконтроллером, который и выводит многоканальный звук. Также в комплекте присутствует двухметровый переходник для подключения к компьютеру посредством двух джеков, а также микрофон. Если вы видели HyperX Cloud Revolver, то версия с приставкой S вам покажется абсолютно идентичной. На деле так и есть, поменялось лишь оголовье, которое теперь более широкое и наполнено специальным наполнителем HyperX Signature Memory Foam. Последняя, как понятно из названия, обладает памятью и подстраивается под вашу форму головы. Останавливаться на дизайне я не стану, поскольку описывал его в обзоре первой генерации Revolver. Если вы играете уже более 3 часов подряд и не испытываете никакого дискомфорта, то это вы играете в HyperX Cloud Revolver S. Серьезно, с эргономикой полный порядок. Большие чаши, мягкие амбушюры, классное оголовье и съемный регулируемый микрофон. Пускай гарнитура и объемная, но при продолжительной эксплуатации не возникает абсолютно никаких вопросов. Как бы описать те чувства, которые у меня появились при игре в Firewatch с HyperX Cloud Revolver S? Это совершенно другое дело. Настолько четкой сцены в игровых гарнитурах я давно не слышал. Действительно, ты начинаешь ощущать, откуда идет звук, подпрыгиваешь в неожиданных моментах, прям чувствуешь, насколько сильно обрезан частотный диапазон при разговоре по рации. Все благодаря поддержке Dolby 7.1 Surround Sound. Многоканальный звук здесь виртуального образца. В наушниках используются динамики с диаметром 50 мм. При активации 7.1 все вокруг оживает и становится намного шире. Если взрыв, он объемнее и реалистичней. При прыжке в воду появляется ощущение разбрызгивания. И так далее. Локализация источников звука в играх идеальная. Услышать, откуда идет противник или летит вертолет, проще простого. Это даже своего рода читинг в онлайновых играх. И не нужно тратить время на установку драйверов. Достаточно просто подключить USB адаптер к компьютеру, и звук становится объемным. Доступно также 3 режима эквалайзера, чтобы каждый мог найти оптимальный для себя. И да, модель идеально подходит даже для прослушивания музыки. Любой ценитель звука с уверенностью скажет вам о том, что за $130, предположительно столько будет стоить гарнитура, звук можно считать эталонным. И речь сейчас не только об игровых наушниках, а именно о всех моделях, даже среди таких брендов, как Audio-Technica, Sony и Beyer Dynamic. Качество микрофона немного подросло по сравнению с прошлой моделью. Почему немного? Да потому что и там он был высокого качества. Новоэлектретный конденсаторный микрофон Revolver S добавили функцию активного шумоподавления, что дает прирост качества передачи голоса и позволяет с легкостью общаться даже в очень шумной обстановке. В самой новой HyperX Cloud Revolver S объединились все лучшие наработки компании. Перед нами, не побоюсь этого слова, идеальная игровая гарнитура с отличным звучанием, дизайном, сборкой, микрофоном и эргономикой. Огромный плюс за то, как реализовано Plug and Play Dolby 7.1 Surround Sound. Никаких драйверов ставить не нужно. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока.